Друзья, товарищи, всех приветствую. Ну что, сегодня у меня пятая ночь на засидке на медведя. Пятая бессонная ночь. Сижу обычно, как повезет, с 7 до 12-до часу. Ну, как по настроению, короче. Все, расположился, треногу поставил. Немножко вроде как передают по прогнозу погоды, немножко вроде как должен быть дождик. У меня здесь с собой есть тент. Я, если что, здесь об елку его поставлю. И, как говорится, по барабану дождь. Все уже настроил. Треногу самодельную поставил на лесу, делал осенью еще. Такая у меня вот позиция. До привады 136 метров. Не знаю, я уже, честно сказать, начал отчаиваться. Медведь выйдет, не выйдет, но как бы время еще есть. Сейчас все эти ночи холодные были. Вот. Сегодня первая, наверное, ночь более-менее потеплее, и сразу комар просто одолевает. Не знаю, вот я их на дух не перевариваю. Они вот гудят перед ушами, охота что-то послушать, а они мешают, короче. Карабин «Лось». Прицел «Загонник» от компании «Артелф». 1.6.24 на низких кольцах. Все шикарно. С собой таскаю сошки с качалкой. Это если где-то попозже буду прогуливаться, на всякий случай, чтобы можно было точный выстрел сделать лежа. Ну или где-то с бугра, там, с кочки, чтобы удобнее было. В общем, подготовился. Патроны использую. Барнаул 10,9. Полуоболочка, 3 в магазине, 1 в стволе. Приваду очень хорошо на 6-й кратности видно. Просто красота. Жду, не унываю. Лицензию закрывать все равно надо. Сейчас я вам покажу то, что я с собой таскаю. Это у меня 10-кратный бинокль. Аркон. С дальномером встроенным. Здесь что хорошо, дальномер здесь у нас с подсветкой красной, то есть можно в сумерках, даже в темноте замерить расстояние. Даже вот еле видно, вот где-то на кромку леса бах, и все. Все расстояния я уже замерил, где какие, куда. Мало ли где-то, если медведь подальше выйдет, я уже буду знать просто примерно расстояние. Знать буду, как брать правильно, выше, ниже, как будет пуля падать, ну, на такое расстояние. Естественно, камеры, всякое такое, много всякого барахла, термос. Вот еще сейчас покажу вам. У меня новый ножик пришел. Я как-то уже, по-моему, когда в избушку ходил, я показывал. Вот такой вот красавец пришел. Сейчас я его на охоту только таскаю. Чисто на охоту. Никакие палки, там особо им ничего не режу, ничего не делаю. Как говорится, берегу на тот момент, когда реально добуду медведя. Ну, у меня такие мысли, что именно использовать его по серьезному зверю. Это у нас карельская береза. Вот такой вот клинок. Называется просто нож. В общем, запал я на этот ножик. У меня уже такой второй. Первый был со стали 95Х18, тот больше для рыбалки, потому что он не ржавеет. И более сталь помягче. А это уже Х12МФ. Вот тут гравировочка есть, просто нож. Вам, наверное, видно, не видно. Такой вот простейший нож. Он реально выглядит как просто нож. Что самое интересное, почему я на него еще запал. Он очень удобный. Сам клинок у него не толстый, не тонкий. Средний. И цена вопроса всего 2500 рублей. Кому интересно, пишите ВКонтакте, я вам предоставлю контакты, где можно его приобрести. Всего 2500. У меня есть ножи, которые стоят 7500, есть нож вообще за 12000. Но те ножи, реально их, наверное, только, как говорится, в серванте держать, да? Любуешься на них, да, они красивые и все такое, но используешь всегда что-нибудь попроще.
на серьезную охоту, где там по костям, там шкуру, там все такое. Ну, также где-нибудь срезать ветку, там, не знаю, какой-то ремонт мелкий сделать, где-то шланг отрезать. То есть, блин, красота. Я уже как-то показывал, просто говорю. Хочу посоветовать реальным охотникам реальный нож, который, бля, своих денег стоит офигенно. Сталь хорошая, немножко ржавеет, надо следить, то есть влажный нож в ножны не надо вставлять. Обязательно после того, когда сделали дела, обязательно его насухо надо протереть. Берегу его чисто для снятия шкуры. Хочу заценить, как он себя покажет. Ну вот я в прошлый раз ездил до избушки, когда окно-то вставлял, наверное, многие помните. Там показывал просто нож тоже. Вот он мне тоже очень понравился. Я им там и пену срезал, и палки надрезал всякое разное, доски строгал этим ножом. Хоть бы хны, удобно, четко все. Ну что, будем ждать. Надеюсь, хотя бы просто его увидеть. Вам показать. Давно медведя не видел, вот просто охота на него уже посмотреть. Получится, если лицензию закрыть, то и закрою лицензию. В общем, все по возможности. Ждем.
не чует. Жрет зеленку. Сегодня сижу уже пятый день. И вот результат небольшой есть, хотя бы увидел. Thank you.
стесняется подходить. Сейчас пришел. Конец мая.
сейчас собираюсь и ухожу. А завтра приду сюда снова. По идее, я мог его уже два раза, как минимум, сделать выстрел. Ну, серьезно, прицелиться можно было. Он спокойно подходил. Вот я сейчас смотрю, подсветку включил на первый режим. Просто шикарно видно на шестой кратности. Свободно мог сделать выстрел, но я пока не хочу. Я пока хочу, чтобы он привык к приваде и начал сюда ходить. И выбрать наиболее лучший момент для выстрела, чтобы он был с этой стороны забора. Комары невозможно, не дают даже прицелиться, представляете? Вот четко вижу цель. Легко бы в него попал. Карабин у меня пристрелен. Я недавно проверял на 140 метров. Нормально так прилетело. Легко бы попал куда надо. Но пока не буду. Надо растянуть удовольствие. Охота еще открыта на медведя. Так что главное процесс. Отобыть, выстрелить. Любой дурак может. Как говорится, да, на спуск нажать. Надо выждать. Я буду ждать. Завтра не придет, послезавтра буду ждать. Может, и послезавтра придет. Все равно, если он первый раз пришел, он обязательно второй раз придет. И тогда уже нельзя упускать момент. Я хочу, чтобы он добрался именно до бочек. Чтобы он эти бочки поковырял. Без 8.2. Как 11:30 вот он пришел. Мешок схватил, убежал. Больше не был. Совсем уже рассвело. Наверное, он уже часов до 5 не выйдет утра. В общем, потихоньку собираюсь, еду домой. На сегодня пока хорош. Самое главное, что я его увидел, вам показал. Дождался его. Ждал его долго, долго и упорно, пока мерз. 4 ночи я мерз. Сегодняшняя 5-я ночь. Вообще комфортно. Наверное, где-то плюс 7-6. Но комаров просто тьма. Ну невозможно, просто невозможно. Я их терпеть на дух не могу. Поэтому мне сложно просто сосредоточиться, прислушиваться, прицеливаться. Они очень сильно мешают. Не знаю, кому как, но я терпеть их не могу. В общем, будем ждать следующей ночи. Буду надеяться. Самое главное то, что он сюда пришел. И что самое интересное, как вот раньше было, сначала фотоловушки показывали то, что медведь приходил. А тут он не приходил. Ветер постоянно от леса дует на реку в сторону деревни. И то есть, возможно, он не чуял просто. А тут как-то так получилось, что медведь просто вышел на пожню, да? Шел, прошел уже вот это место. На него нанесло как раз ветер боковой. Я смотрю, он проходит сначала. Потом раз разворачивается и чешет сюда. Хватает мешок и убегает, как обезьяна. Мне аж смешно стало. Хватит, просто почесал.
Интересный, короче, Мишка-медмедь. Короче, завтра, часиков в 8 вечера, я сюда уже приеду. Но для начала днем я фотоловушки все проверю, перепроверю. Если что-то попало в кадр, сюда вставлю. А так, собираюсь. Ну вот такая вот охота получилась на первый раз, да? Неплохо. Спасибо всем за просмотр. Ждите новые видосы. Может, что-то и получится поснимать. А добыть еще есть время. Самое главное, чтобы он приходил. А я погнал домой. Удачи всем. Пока.